Привет, Димон. Дим, привет. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий. Дима, привет. Дим, за время, проведенное тобой в авангарде, ты стал одним из лидеров и любимцев болельщиков. Мы прекрасно помним твои голы, кубковую сказку, которую вы нам подарили. С нетерпением ждем твоего возвращения на поле. Что хотелось бы тебе пожелать? Конечно, здоровья. Здоровья, всего самого наилучшего. Ждем тебя. Удачи, удачи авангарду, чтобы они вышли в РПФЛ. И скорейшего выздоровления Дмитрия Корбу. Поскорее выздоравливайте и возвращайтесь на поле трудовой резерв, чтобы радовать нас своей результативной игрой. Скорейшего тебе выздоровления. Ты нам очень нужен. Я хочу поддержать тебя и пожелать тебе скорейшего выздоровления. В прошлом матче тебе очень сильно не хватало, но я надеюсь, процесс восстановления пройдет быстро. Ты снова вернешься в бой вместе с нашей дружной командой. Дим, выздоравливаю. С гордостью и радостью наблюдаю сейчас за нашим русским авангардом. Ребят, вы просто нереальные молодцы. Продолжайте в том же духе, и в следующем сезоне ждем вас всем городом. Мне кажется, даже многими областями премьер-лиги. Очень жаль, что сейчас нам не хватает одного игрока. Дима, солнышко, желаем тебе скорейшего выздоровления и вперед на поле. Выздоравливайте скорее, вы нуждаетесь в команде. Дмитрий, желаю вам скорейшего выздоровления и удачи на следующем сезоне в российской премьер-лиге. Дмитрий, выздоравливай быстрее, тебя ждет весь Курск. Дима, тебя не хватает на поле. Особенно было это видно в матче с Краснодаром. Не хватало твоего ракеза. Так что поэтому выздоравливай, возвращайся скорее на поле. И рады нас всех хорошей игрой. Все болельщики Курска тебе поддерживают и ждут твоего скорейшего выздоровления. Желаю тебе скорейшего восстановления. Надеюсь, уже идешь на поправку. Крепись, Димон, и скорее возвращайся на поле. Тебя ждут новые вершины, новые победы с нашим авангардом. Здоровья, Короб. Хотелось бы пожелать тебе скорейшего выздоровления. Ты же сам видел в четверг, что без тебя на поле творится. Так что давай, без травм. Димон! Стрига норм у тебя, братан. Выздоравливай! Скорее! Все болельщики авангарда, в том числе и я, ждут, когда ты уже поправишься и придешь в форму. Так что, Дима, ждем тебя на поле. Дим, мы желаем тебе скорейшего выздоровления. Нам очень не хватало тебя в матче с Краснодаром, поэтому давай, мы за тебя. Сегодня Чалов, завтра Коробов. Здравствуйте. Дима Коробов. Болельщики футбольного клуба «Авангард» желают вам скорейшего выздоровления и выхода на футбольное поле. Мы ждем от вас хорошей и качественной игры, которую привыкли от вас видеть. А команде также будет радовать победной игрой. До свидания.